В минувшие выходные иностранцы и казахстанцы отправились на праздник урожая в Алматинскую область. Организатор мероприятия компания «Арбавайн» проводит его уже третий год подряд. В это время гостям виноградников предоставляется уникальная возможность лично поучаствовать в сборе урожая. Нургали Карабаев не только продегустировал вкусный виноград, но и привез массу впечатлений. Знаменитые виноградники «Арбавайн» стали местом встречи друзей. Ближе к закату гости собрались на праздник урожая 2017. Посетители встречали баурсаками и, конечно же, всем предлагали отведать разные сорта винограда. Это такая традиция существует во всех винных регионах мира, в Европе, в США. И так как мы занимаемся виноградарством, мы тоже решили, что нам нужно создать такую традицию и устроить такой большой праздник. К нам приезжают горожане, иностранные гости. Всего более 1000 человек сегодня присутствует на нашем празднике. В этом году продукция «Арбавайн» вышла на экспорт. Сейчас напитки, произведенные в Алматинской области, доступны жителям Италии и Великобритании. Виноградники «Арбавайн» расположены на высоте 1000 метров над уровнем моря. По признанию виноделов, это оптимально благоприятная высота для выращивания винограда. К тому же комплекс находится вблизи гор, где чистый и свежий воздух. В итоге все это дает отменный продукт, который полюбился многим казахстанцам. Здесь же под открытым небом повара готовили различные блюда, а под аплодисменты посетителей на главную площадь организаторы привезли бочку напитка из свежего урожая. Участники праздника не могли упустить возможность и лично собрать виноград с полей. Здесь выращивают около 15 его видов. Хорошая идея, классная идея, вообще молодцы. «Арбавайн» молодцы, вперед так держать! Сама атмосфера виноградников какая-то такая интересная, и собирать тоже здорово очень. На свежем воздухе люди гуляли по винограднику, поднимались в небо на воздушном шаре и фотографировались на фоне неописуемых красот. А потом были танцы до самой ночи. Гости получили незабываемые впечатления. Воспоминаний хватит до следующего праздника урожая. Нургали Карабаев, Ринат Абулхаиров, Информбюро, Алматы.